Всем привет! Получил очередной заказ на AliExpress. На этот раз велотрусы. Я катаюсь на велосипеде. Ну, в день где-то я тридцатку так делаю по Москве, в принципе. 20-30 километров. Но у меня в планы входят большие расстояния. И предполагаемо, что зад будет болеть, если на них катать без велотрусов, без памперса. Такие вот велотрусы. Все как положено, с бирочками. Взял 2XL, там были еще 3XL. У меня талия где-то 104, но уж 3XL, я думаю, будет очень много. Такой вот памперс. Приятный на ощупь. Толщина у него. Ну, вот видно. Вот такая. Где-то сантиметра 2,5. Материал. Ну, написано там они 3D. Материал, в принципе, эластичный. Ну, не беспредельно он так вот. Опа, растянулся, все, больше не тянется. Размер талии, ну, не знаю, может быть даже будет маловато. Так должно быть, по идее. Ну, по размерам подходит, там, в диапазоне. Померяем, посмотрим. Ссылка на товар будет в описании. Удачных покупок!